вообще, поздравления, во-первых, с победой. Расскажите, может, если не секрет, что было в раздевалке на этот раз. Шумные были эмоции. Показалось, что прям «Зенит» объединился во время серии, после серии пенальти в одну большую дружную команду. Или так и было? Спасибо за поздравления. Ну, мы как бы всегда были дружным коллективом. А в такие моменты, конечно, команда сплачивается. И тем более серия пенальти, как бы хотели выиграть и выйти в финал. Поэтому, как бы, конечно, порадовались и готовимся дальше. У нас впереди тяжелые игры и решающие. Поэтому теперь надо переключаться. Не было удивления, что вот именно такой состав сегодня вышел играть на кубок? Вроде как все ждали, может, как обычно, основа, бразильцы, но... Ну, для нас это не удивление, а наоборот, как бы шанс проявить себя, сыграть. Каждый хочет играть и помогать команде. Поэтому мы с огромным желанием, настроем выходили и готовились к этой игре. Не откажешь, что они в старании, прям как никогда, по-моему, но по-прежнему не идут голы, да? Вот что такое, почему? К сожалению, да. И у меня был момент, не получилось штанга. Я надеюсь, уже в следующем матче прорвет. Начало. Все по воле Всевышнего. И мы выдадим хорошую концовку, после которой будем праздновать. Почему матч напоминал такую гладиаторскую битву порой? Что вот на эту тему скажете? Ну, это кубковые матчи. Поэтому, как бы, мне кажется, ожидаемо было. В том году за Краснодар примерно такие же матчи были. И... плюс-минус похожие матчи. Там были... Нурик, жди. Нурик как вообще? Жив, здоров, голова? Жив, здоров, видите же. А были рядом с ним моменты? Он жутковато выглядел? Не, не, нормально все. А, ну, только Торп больше пострадал, да вратарь? Да, к сожалению, да. Но после матча уже были все друзья-братья с игроками ЦСКА, да? Ну да, как бы я где-то играл, все знаю. Да. И... это футбол. В тот раз, 3 дня назад, они нас выиграли, сейчас мы их. Поэтому каждый... это футбол, спорт складывается из побед и поражений. Последний, Ильзат, вопрос. Что думаете про Балтику как соперника в кубке, в суперфинале? Кубок – это кубок, любой соперник, тем более финал, я думаю, они отдадут все, чтобы выиграть, так же и мы. Поэтому будет очень тяжелая игра, за которую, я думаю, каждый отдаст все, чтобы выиграть. Поэтому будем настраиваться максимально. Ничего, что матч в Лужниках, а две команды не из Москвы. Тут уже предлагают чуть ли не переносить его. Я не знаю, в том году играли, хороший финал был, поэтому... я не знаю, мне понравилось, поэтому хочется. Неважно, где главное выиграть. Не теряйте надежды в чемпионате, несмотря на то, что «Динамо» впереди за 2 тура. Ну, надежды, конечно, не все от нас зависит, поэтому как бы нам надо свое выиграть, а там уже все по воле. Все очень... ваша бывшая команда же может их обыграть, «Динамо», «Краснодар» в последнем туре? Конечно, могут. Поэтому они еще в гонке, в борьбе, и все зависит от успехов.